В Новосибирске умер Дмитрий Прибаловец, один из самых молодых и активных депутатов городского совета. Ему было всего 48 лет. Экономист по образованию, он прошел путь от рабочего комплектовщика до директора одного из крупнейших заводов Новосибирска – «Электрона». В Совете депутатов был известен жесткой позицией по изменению архитектурного облика Калининского района. У Дмитрия Прибаловца остались жена и сын.